Инс, ТВ, вроде вот этот. Иногда бывает по 10 каналов в день меняем, представляете, пацаны? По 10 каналов в день, да. Помните, как пивная фея меня на лысо подстригла? Ухо отстригла, кровь у меня идет. Ей кричат: Жень, переверни машинку. Она говорит: нормально. Бля, вот это классно было. Так, красное, черное. Ставим 3 пятерки. 1, 2, 3. 4 уже напечатал. 1, 2, 3, 4. Еще, по-моему, одну. На черное все ставим. Блядь, сильно много вел. Значит, на красное. Опять много, что ли? Или столько у меня нету, не пойму. Или нельзя... А, 500 лямов максимум. Значит, ставим все двойки сперва. Три гуся ставим. Раз, три. 222 ляма получается. На, нахуй. Проиграли. А, это 22 ляма. Тогда сейчас ставим, знаешь, сколько? Сейчас все ставим, пизду. Сколько там у нас? 500 есть? 500 ставим. 500 лямов выиграл. 500 лямов выиграл. Все. Хорош. Тормози. Тормоза сделай. Тормоза сделай. 500 лямов выиграл. Все. Тормоза. Кондуктор, кондуктор, нажми на тормоза. Кондуктор, кондуктор, нажми. Ой, ой. Я в церковь, ребят. Я в церковь. Пойду в церковь. В автоматы выиграл. Не, лярд нельзя один поставить, потому что максимальная ставка 500 лямов. Я сам хотел 555 поставить. Ну что, еще разок сыграем. Сейчас не будет пробоя. Или будет, хер его знает. Давай 100 лямчиков поставим на красное. А, 11 поставили. Вот сейчас на красном будет, можно ставить сотку. Блять, неверно. Вот сейчас точно на красном, сейчас сотку ставим. Блять, 100 лямов проебал. Пизду, на черное ставлю 400. Есть! А, это 44 я поставил. Вот выблядок. Куда тут жмать? Бах! Проебали. Бах! Еще раз проебали. Все, проебали, пацаны. Все, я в печали, короче. Два раза по 400 проебали. Господи. Ну ничего, нежели богато. И нехуй начинать. Так, ставим, короче, 90 на красное. Вот сейчас красное будет. Проебали. Ну, видите, неудачник я. Так, один ККК стоит 400 рублей. Ну, 400 рублей это немного, так что... Ой, ой, блядь, аж это самое, блядь, сопли потекли.